Рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня итоговое видео. Обзор украшений из проволоки, выполненных в технике спирального плетения, трехгранного, четырехгранного, пятигранного. Все мастер-классы по изготовлению украшений на моем канале. На экране вы видите образцы трехгранного плетения без бисера и с бисером. Спиральную технику я раньше использовала в лозоплетении, затем плела в этой технике из бумажной лозы, вазочки, музыкальные погремушки, пасхальные яйца, оплетала бутылки. Теперь эту технику я осваиваю с проволокой. Эта техника интересна тем, что можно создавать различные формы, только увеличивая или сокращая шаг загибов. Если резко расширять, то получаются изделия плоские. Если расширять постепенно, то изделие вытягивается по вертикали. Еще форма зависит от количества граней – 3, 4, 5, 6 и даже 7 граней, которые закручиваются по спирали. В сечении они имеют треугольник, квадрат, равносторонний пятиугольник, шестиугольник или даже семиугольник. Количество граней зависит от количества концов, которыми плетется изделие. Трехгранник плетется из 4 концов, четырехгранник из 5 концов, пятигранник из 6 концов и так далее. Впервые я попробовала использовать в плетении бисер. В этом кулоне бисер нанизан через ряд, поэтому спирали плохо выражены. Вы видите три образца без бисера, с нанизкой через ряд и с бисером в каждом ряду. Орнамент в виде спирали лучше всего выражен, когда бисер нанизывается в каждом ряду загибов. Также я попробовала оплести в этой технике стеклянный зеленый кабошон, и получилось, на мой взгляд, очень неплохо. Если вы любите темную медь, тогда проволоку лучше почернить заранее, перед плетением, потому что с бисером изделия лучше не шлифовать, а покрыть УФ-лаком. При спиральном плетении появляется объем. Я попробовала отбить плетение и получила плоскую поверхность с фактурой в виде закручивающейся спирали. С другой стороны, получилась другая фактура, не менее интересная. Я также попробовала сохранить объем, но плела из более тонкой проволоки, чтобы придать изделию воздушность. Вы видите разницу в форме, в рисунке и в объеме, но техника все та же. Можно использовать сразу трехгранное и пятигранное плетение, как вы видите в этих серьгах. Внутри объемные серьги пустые, и можно разместить в них бусины.
Использование бисера в пятигранном плетении натолкнуло меня на идею создания ювелирного яйца в стиле Фаберже к празднику Пасхи. Приближается День Победы. Я всех поздравляю с этим праздником словами Иоанна Богослова. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!